Всем привет! В прошлом видео я рассказывала, что шифлера у нас после 20 лет жизни пропала. Сначала думала, что я нарушила агротехнику, но оказывается, что шифлера в домашних условиях при хорошем уходе живет 10 лет или чуть дольше, а у нас она прожила целых 20. Значит, все мы делали правильно, но теперь мы решили выбрать новый цветок, чтобы угол у нас не пустовал. Итак, мы отправились в Оби и присматриваемся, что же нам подойдет. Ну, первый — это спатифилум, вот такой большой, стоит 10 тысяч рублей, но его нам будет даже не поднять. Есть, конечно, маленькие, цветущие, но он очень быстро растет. Следующий — это фикус Бенджамина, цена нам подходит, но я бы не сказала, что он какой-то очень симпатичный. Дальше, Корнеум Айстон, но это, конечно, очень дорого. Не подходит нам. Монстера. Ну, монстера — это огроменное растение, вырастает. Это только для больших каких-то залов или классов. Тоже не наш вариант. Ну, мандаринки, лимоны. Но это более, я бы сказала, для подоконника, не для нашего угла. Да и у нас дома уже есть один лимон. Правда, дикий, и плодов он пока не дает. Следующий вариант, который можно было бы рассмотреть, замиоколькас. 9 тысяч рублей, цена приемлемая, но не знаю. Мне кажется, он не особо декоративный, не так у него много зелени. Хризалида карпус у нас уже есть. Так, еще один фикус. Ну, насчет фикуса я как-то сомневаюсь. Мне кажется, он немножко скучноват. Драцена. Цена хорошая. Но мне как-то не очень ее лысый ствол. Мне кажется, как-то будет лысовато у нас смотреться в углу. Но то же самое растение юка. Цена хорошая, но опять же, у него такой же рост, как и у драцены. Ну и филодендрон. Цена не подходит совсем. И он, конечно, очень большой, больше 2 метра. Больше похож на елку. Но мне кажется, что мы уже определились.